Збройні сили України на Бердянському напрямку впритул підійшли до другої лінії оборони рашистів. Ми чекаємо удар на другому напрямку. У ході наступальної операції групування «Таврія» на Бердянському напрямку наші ударні підрозділи мали частковий успіх та просунулись в глибину ворога на 1.5 кілометра. Про це заявив командувач угрупування військ «Таврія» генерал Тарнавський. Зараз тривають запеклі бої за Старомайорське, наголосив він. Для того, чтобы вывести из строя мост, нужно вывести из строя три пролета. Два пролета автомобильных, вот один мы вывели из строя, еще один остался. И один пролет, хотя бы один пролет железнодорожный. И тогда мост будет выведен из строя. Не разрушено, чтобы разрушить мост, его надо примерно разрушать столько, сколько его строили. А вот вывести из строя, для того, чтобы он не выполнял задачи логистики, это можно, и в принципе есть механизм. Один из механизмов мы видели уже. Вот второй удар по мосту. В прошлом году был удар первый по мосту, который вывел автомобильное сообщение надолго российского этого моста. Вот второй удар, который мы видели, это сработали службы безопасности Украины с военно-морским флотом в тандеме. Выполнили удар как минимум двумя беспилотными глиссерными аппаратами надводными. Есть эти же глиссерные аппараты, в свое время беспилотники эти, они в прошлом году, 29 октября, нанесли удар по бухте Севастопольской и по кораблям Севастопольской бухте. Работали они в течение этого года практически. И вот нанесли удар и по пролету моста. То есть один пролет был, или там пара пролетов была выведена из строя. Это одну ветку моста повредили. Вторая ветка работает. Значит, надо ударить еще по второй ветке. Может быть, повтор такого же рода удара, то есть этими же беспилотниками. Ну, а железнодорожный мост оптимально выводить либо прямым ударом ракет, типа Storm Shadow или Скалпов, или Атакамсов. То есть нужны такого рода ракеты. Штуки 3 хватит для того, чтобы вывести из строя железнодорожную ветку. Либо ударом беспилотников, уже воздушных беспилотников, ударом и ракет, кстати, может так же самое. Ракеты могут работать по железнодорожному поезду, то есть, вернее, по поезду, по железнодорожной ветке. Попасть по поезду можно, скорость движения там небольшая, они уменьшают скорость движения поездов. В принципе, поймать сцепку из либо военной техники, либо топлива, либо боеприпасов, что лучше всего. И уже горящий поезд, он уничтожит как минимум пролет железнодорожный. То есть выполнить вот такую задачу можно, и я думаю, она будет выполнена одним из нескольких способов, которые у нас, в принципе, есть в наличии. А что они найшвидше відновлюють? Залізничний оцей проліт, чи все-таки автомобильный? Автомобильный быстрее. Дело в том, что если уже железнодорожный конкретно вывести из строя, то там очень много придется проводить инженерных работ. Автомобильные, они снимают пролет, снимают они все пролеты автомобильные так построены, они катаются на таких волках, то есть это мост построен в сейсмической зоне, и сама инженерия моста подразумевает снятие этих пролетов, и если есть установка новых. Они уже сделали новые пролеты, то есть по большому счету им надо будет подогнать краны, плавсредства, которые могут снять пролет, исследовать опоры моста, это очень важно, исследовать опоры, и потом поставить новые пролеты. Это занимает время, ну, до 2 месяцев минимум. Ну, а этих 2 месяцев может хватить для того, чтобы начать двигаться в сторону Крыма, начать освобождать Крым. Ну и повторные удары, особенно оптимально наносить удары тогда, когда подходят плавсредства. Вот сейчас подойдут краны, допустим, а это, можно сказать, корабли с кранами, которые начнут снимать инженерные сооружения, то есть снимать пролеты, ставить новые. И сам по себе этот кран, корабль, он является уже хорошей целью. И по нему, если будет нанесен удар ракетой, любой ракетой, любым беспилотником, на нем есть определенное количество топлива,
и он может еще дожечь мост. То есть вот повторно лучше, конечно, наносить удар именно по вот этим кранам, которые будут работать по восстановлению моста. А наслідки вчорашніх ударів безпілотниками по Джанкойському і Кіровському районах, там якісь були склади з боєприпасами і нормально так, в принципі, палало. Это удары по складам боеприпасов. То есть у нас работают, в Крыму работает разведка, главное управление разведки, партизаны наши, они тоже под управлением ГУРа. Разведывают, доразведывают, корректировка огня, и дальше выполняется удар. Исходя из, ну, по крайней мере, исходя из того нанесенного ущерба, можно говорить, что либо это тяжелые беспилотники, либо ракеты. Это могли быть и Storm Shadow, Нептуны, Гарпуны, Скалпы, то есть те, которые нам передали. В последнее время мы не видели ни разу работы Storm Shadow по Крыму. Как-то передали ракеты и запретили работать по Крыму. Ну вот, может быть, сейчас вот эти удары, это начало использования дальних ракет наших союзников по военным крымским объектам. Причем уничтожение некоторых складов может говорить о том, что были уничтожены и ракеты «Оникс». Это те, которыми россияне последнее время били по Одессе, по портовым городам и по портам. И вот уже несколько после ударов наших средств поражения по складам, скорее всего, с «Ониксами» россияне перестали использовать «Ониксы» в атаках. А в нас взагалі за теперішніх реалій є чим ці «Онікси» збивати? Реально їх взагалі збити? Это очень скоростная ракета, ракета противокорабельная, там двигатель прямоточный, реактивный, практически сопло форсажной камеры двигателя, то есть нестандартный двигатель, он работает только на больших скоростях, ракета скоростью 2 до 3 с чем-то махов, вот вы показываете, это береговой ракетный комплекс, это называется БРК «Бастион», вот в этом БРК используется ракета, вот так она одна и вторая выходит друг за другом, две ракеты этот комплекс использует одномоментно. Ракета дорогая, $1,5 миллиона минимум стоит, но тем не менее они ее используют. Вот она уходит и ложится сразу может лечь на горизонт буквально в 10 метрах от воды, с большой скоростью, больше 2 махов, заходит на корабль. Если, ну, это у нее основная цель, это корабли, но если будет стоять задача, она может работать и по наземным постройкам, вот таким, как портовые. То есть вот они так ее используют. Перехватить ее можно. Ее перехватить можно комплексами типа СМТ, там ракета «Астер-30». Она ее перехватит, скорость ракеты «Астер-30» больше, чем ракеты «Оникс». И система управления, особенно в автоматическом режиме, с СМТ позволяет перехватить ракеты даже на низком участке траектории. И Патриот тоже, и ПАК-1, и ПАК-2, и ПАК-3, и та ракета может перехватить этот «Оникс», но эту ракету «Оникс», но надо наличие самих зенитно-ракетных комплексов. То есть их надо разворачивать по побережью.